протаранил десяток автомобилей, задел женщину, гуляющую с ребенком, и пытался скрыться с места происшествия. В Набережных Челнах неадекватный водитель Hyundai Creta ездил по дворам, не обращая внимания на препятствия. Его задержали очевидцы и передали в руки автоинспекторов. Альбина Минибаева увидела, в каком состоянии находился мужчина. По словам очевидцев, белый кроссовер был припаркован напротив дома 5904. Из второго подъезда вышел мужчина, он еле стоял на ногах, потом сел в машину и поехал. Ехал он не лучше, чем ходил. Подтверждение тому – съемки очевидцев этой поездки. Уходите, уходите отсюда, уходите. Гуляющие в это время во дворе дети рассказали, что неадекватный водитель чуть не сбил женщину с ребенком. Она успела толкнуть коляску, автомобиль задел только ее. Ехал и прям начал вот так вот полностью. И прям он там женщина еще с ребенком была. Женщина, она упала. Она прям вся дрожала, у нее задняя часть была грязная. Число протараненных им автомобилей пока разнится по предварительным данным от 12 до 15. Их владельцы сейчас подсчитывают предварительный ущерб. При этом сильно сомневаются, что виновник сможет возместить убытки и уже намерены обращаться в суд. Похоже, наркоман, что ли. Вроде бы пьяный, посадили тоже. Как машина у вас сильно пострадала? 1200. Я не думаю, что наш попал, просто пришла уж посмотреть. Но самого предполагаемого виновника все это ничуть не волновало. Он спокойно спал в патрульной машине ГИБДД. Откуда вы ехали, скажите? Да оттуда и туда. 40-летний мужчина, житель Елабуги, от прохождения медицинского освидетельствования отказался. Теперь, вероятно, ему грозит лишение прав, штраф и возмещение ущерба за разбитые им автомобили. Сейчас мужчина задержан, полицейские выясняют причину его опасной езды. Альбина Минибаева, Елена Камалова, Сергей Вильданов. Вызов 112.